Началась масленичная неделя. Масленица – старинный русский народный праздник. Это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. По традиции, масленичная неделя заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален, наполнен глубоким смыслом. В Чебоксарах в течение всей недели на 30 городских площадках будут проходить концертно-развлекательные программы, конкурсы, дегустации. Чебоксарцев масленичное гуляние запланировано на 30 площадках. Горожане увидят костюмированное шоу, фольклорные представления и интерактивные мероприятия. Более 100 мероприятий, в том числе и спектакли, и концерты, пройдут на фестиваль «Чебоксарской масленицы». Сказочные спектакли можно будет посмотреть в Чувашском театре кукол, в Русском драматическом театре. Мастер-классы и художественные выставки пройдут в Чувашском национальном музее и культурно-выставочном центре «Радуга». Самые масштабные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха «Лакреевский лес», в детском парке имени Николаева, этнокомплексе «Амазония». Так, в «Лакреевском парке» будут угощать баранками и пиццей с чаем. В детском парке имени Николаева развернется блинная карусель. Гостей будут угощать блинами с разнообразными начинками – оладьями. Одним из самых массовых конкурсов станет конкурс по поеданию блинов. А самое большое чучело сожгут в воскресенье, 10 марта, в Амазонии.